Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Highlander 2014 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра, мощностью 249 лошадиных сил, АКПП полный привод, имеется спойлер, установлены рейлинги на крыше, камера заднего вида, парктроники, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, дефлектор капота, пробег 173 тысячи километров, по салону кожаный салон, чисто ухоженный. Имеется подогрев передних и задних сидений, помощь при спуске, система курсовой устойчивости, кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, автосвет, контроль полосы, электропривод багажника, подогрев зоны дворников, подогрев руля, электропривод передних сидений, электрорегулировка зеркал, сиденье с памятью на две персоны, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.